«Автостопом в Индию и обратно» – эту книгу написал известный российский путешественник Антон Кротов. До этой страны он добирался через Пакистан и Иран. Прочитав путевые заметки, пермяк Александр Морозов вдохновился идеей путешествия и составил свой маршрут. Работал над ним полтора месяца. Его целью было увидеть больше стран и потратить меньше денег. Я начал свое путешествие из Перми, потом доехал до Киева автостопом. Из Киева улетел в Дубай, из Дубая улетел на Шри-Ланку. Из Шри-Ланки в Индию, из Индии в Малайзию, из Малайзии уже автостопом. Таиланд, Лаос, Китай, Киргизия, Казахстан, ну и домой. Вы видите эту красоту? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos... Такое транснациональное путешествие заняло у Александра 5 месяцев. Обошлось ему всего в 17 тысяч рублей, включая дорогу. Это 4 авиаперелета. Самый дешевый авиабилет из Киева в Дубай он купил за 1200 рублей. Самый дорогой из Дубая в Шри-Ланку за 4000. А так в основном ездил на попутках. Добрые люди подвозили бесплатно, делится пермяк. Ночлеги обычно искал через интернет. В соцсетях есть группы, где люди из разных стран принимают бесплатно путешественников в гости. Однако иногда это не срабатывало. Тогда делал так. Гуляя по улицам, подходил к прохожим и спрашивал про бесплатный ночлег. И всегда находил его. В этом плане самой гостеприимной страной для Александра оказалась Индия. Первый же день в Индии я встретил индуса, который учился в России несколько лет на врача. И я прожил у него в гостях, наверное, около недели в общей сложности. Мы ездили к его родственникам. Он приглашал меня на свадьбу своих друзей. Ну и мы ездили на мотоциклах. Пожив в стране своей мечты, Александр влюбился в нее еще больше. Говорит, она очень близка ему по духу. Планирует вновь вернуться туда. Там осталось много друзей, с которыми он познакомился во время путешествия. Сейчас Александр вынашивает другую идею – совершить кругосветное путешествие и добраться до острова Пасхи.